нас много, тихо, давайте слушаем. Я пошли в Питер. Сначала хочу первым начать с того, что мне этот клуб нравится. Я здесь уже год вот почти. И я хочу из своего имени подарить вашему, нашему клубу вот этот музыкальный инструмент. Я надеюсь, что кто-то на нем и сыграет, и подыграет. Сначала продолжим осеннюю тему. Здесь, ребят, ну тише, Андрюш. Здесь читали про Покров. Но перед Покровом обычно у нас бывает листопад. Вот. Я описал этот листопад. Ложась на землю ковром наверноцветным, деревьев, кустарников, листья летят, прохладой, дождями, осенью прошедших, этот сказанный, созданный природой листопад. Иногда, как сейчас случилось, она отодвинула срок календаря, нам подарив как свою милость июль месяц вместо сентября. И мы, пользуясь этими дарами, взрывглав на даче леса, насладиться, успеть ее плодами, испытать воочию нежданные чудеса. Теперь, недавно исполнилось 120 лет нашему выдающемуся русскому поэту Сергею Есенину. Я написал с его дня рождения такие стихи. Балагуром, скандалистом и сердцеедом называл себя русский поэт Есенин, но он талантливым был поэтом, и этим нашей поэзии ценит. Стихи его лились рекой, полной мудрости русской народной, способностью творческую такой восхищаемся мы все сегодня. Поэмами, романсами, песней с эстрады стали многие произведения его. Помнить своих поэтов надо, увековечивать их в бронзе и в кино. Поэтому, отмечая рождение годовщину, свободолюбивый русский наш народ, почести, как поэту-гражданину, Есенину по праву воздает.